Кто больше наберет оценок? Не, на два колена. На два? На два. И пусть он к нему подворачивается, не тебе, а ему. Все. Дали время. Рука должна быть согнута. Голова вот сюда.
вот так. Вот так. И вот так. И не здесь вот так. Пошли. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать,
Потому что когда неправильно этот
Поставлю пиши. Посмотрите, как вы зашли. Раз, два, четыре. Вот сейчас я поставлю сюда. Через колено, нужно попасть не будет. Раз, сюда. Если у меня есть прямо падать, то головой и я головой. Поэтому я бросаю, стараюсь на руки. Вот, как на голову падать. Надо присесть, потянуть чуть-чуть. И когда он ложится на плечи, надо чуть-чуть встать. Ногти выращивать. У вас, ну вот так становится, когда ты подворачиваешься. Это нога, да, это впереди. Он делает шаг сюда, и ты падаешь на спину. И ему можно досчитать. Поэтому еще раз, туда бросаешь. Сюда. Колено должно быть впереди. Если ты сюда бросаешь, то это колено должно быть. Какой я молодой. А если гадко нет, то время. Вам не нужно говорить, Сашенька. Еще раз. Смотри. Если ты здесь не заправляешь, то тебе нужно Нормально. Значит, какая у тебя ошибка? Вот так. Ну, раз вот так стоишь, то все. Что ты отсюда можешь сделать? Ну, не знаю, парильную подсечку с падением сюда, но на голову. Мельницу тоже очень тяжело. То есть ты все делаешь для этого. Захват у тебя не очень хороший. Ты берешь отсюда, а он туда бросает. Еще раз, главное-то защитить, закрыть здесь. Отсюда. Три. Или эту руку вытащить, развернуть. Понимаешь, чтобы он развернулся. И не спеши делать бросок. Защити сначала. Четкий возьми посты, какой подходит за вас. А потом я тебе скажу, какой бросок. Берешь любой локоть,
чуть-чуть поднимаешь ножки шире, а колено не стоит.